Hello, my friends, my dear, have a nice day. Продолжаем проходить Him and Us. И, короче, сейчас надо попасть в заброшенную башню, которая там сейчас покажу на карте. Краснодетник. Bitches, fuck this. Вчера я сибую. Ну, это потом, когда спидран буду делать, я решил себе посмотреть на спидранить. Я думаю, не знаю, за сколько закрою, но думаю, за час, половиной. Нет, сейчас не знаю. Так, наверное, 2 часа. У меня птичек нету просто, блин. Надеюсь, он дверь отпадет. Карта этого пусти, вот он есть. Надо дверь закрыть. Сейчас будет конце, надо. Дай.
гардероб до определенного момента, Макс, работает. Видишь, теперь всю игру придется костюм вместе с ним. Горничная. Почти 15 стрел надо вкатить как минимум. Ну это в голову попасть. А так в корпус, да, 15. Где нет? Рядом, son of a bitch, fuck.
Вот моя тупость приводит, как всегда. Хуйня какой-то. Нихера вот это потайной вход. Старая башня в ачивке. Башня тебе это знал. Узнал. Некоторые двери открылись сразу вижу. Вот эти два точно. Остаются вот эти двери у нас ближайшие. Дальше пока не. Мало ли, блин, что-нибудь да встретится. Сейчас по-любому новый противник появится. А еще какая-нибудь хуйня. Фигня, фигня. Падла!
Вау, тише, смотрите, чувак. Сука! Фак! Откуда он взялся заново? Сука! Блять, я бы сейчас сдох, если бы я не увидел. Блядь, в натуре. Так, раз зомби. Но они пока не станут. Когда я вот эту люстру. Видите, люстра. Тут вот работает скрипт. Сейчас он и здесь. Сам, скорее всего, нужен болторез какой-нибудь или напильник. Он не напильник, но... Чё? Где
здесь по-любому труп будет. Сейчас определиться, что тут делать. Потом я... Сначала разведка, потом я это запишу и... Нормально все будет. Ладно, я ушел. Подписывайтесь, не подписывайтесь, ваши права. Я ушел.